Sometimes I feel like I just wanna go back to my old ways. You're telling me I'm silly, it's no fun. Всем привет, меня зовут Юля, и ты попал на мой канал. Если ты еще не подписался, давай скорее нажимай на эту красную кнопочку под видео, а также не забывай поставить пальчик вверх. А сегодня в такую пасмурную погоду я решила заняться чем-то интересным и потратить где-то 5 часов на то, чтобы переделать свою стену над кроватью в стену из Пинтереста. Да, я думаю, вы уже все видели, что все их сейчас переделывают, клеят туда разные фотки, картинки, классные, и получается на самом деле очень круто, и мне это очень понравилось. Я вдохновилась этим и тоже решила переделать свою стенку. Давайте скорее начинать, не буду долго тянуть. Пошлите распечатывать картинки. На часах у нас еще только 15:01, и я начинаю делать. Ну и, конечно же, сначала я поищу картинки. Вообще, я хочу сделать что-то в цветах розовых и фиолетовых. Я сходила и распечатала вот столько, много разных картинок. И теперь мне предстоит самая сложная часть, это все вырезать. Честно говоря, я думала, что это будет намного проще, но это оказалось очень долго. Кстати, пока я тут вырезаю, не забывай перейти на мой канал, подписаться и также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Решила посмотреть какое-то интервью с Валей Карнавал, потому что, честно говоря, картинок мне еще осталось, ну, очень много. Понимали, я прибрала стол, чтобы его просто... Я наконец-то вырезала все эти картинки, и сейчас буду клеить их на вот эту вот стену. Но у меня есть одна проблема. Во-первых, эта вот штука белая, которая будет мешаться, и во-вторых, у меня стена асимметричная, и походу мне придется обрезать фотографии параллельно этой стене. Я думаю, что самое сложное — это просто начать. Ребят, пока что получается как-то так. И вот я нашла выход. Я просто обрезала, ну, по стенке. А вот на каком этапе я сейчас. И я поняла, что у меня осталось совсем мало картинок, поэтому придется сейчас еще напечатать. Вот сколько картинок я еще распечатала. Надеюсь, этого точно хватит. Вы просто не представите, но я наконец-то это доделала. И да, я решила, что за этой белой штукой уже делать не буду. Все, увидимся с вами же очень-очень скоро. Решать вам, понравился вам результат или нет. Но я вас всех очень люблю. Увидимся с вами же совсем-совсем скоро. И всем пока-пока. Пока!